Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. У кого какое время и у кого какая страна, с вами снова я, ваша Вивьена, на канале «Вивьена и жизнь». Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала, и здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал добрый, гармоничный, с раскладами, с медитациями, с вызовами, с чистками онлайн – и которая пригодится в вашей жизни. И если вы по рекомендованным по ленте увидели видео или мои какие-то видео, то знаете, это высшие силы дали знак. Вы должны всегда понимать, что очень много знаков нам идет. И если к ним прислушиваться, очень интересные вещи будут случаться в вашей жизни. Вы что-то не сделаете то, что не нужно, вы не пойдете туда, куда не надо, или вы сделаете то, что действительно надо. Это ангелы. Они нас любят, они нас охраняют. На этом канале сегодня у нас Таро онлайн. Вам письмо от вашего мужчины. Все о нем, его чувства, его переживания, его мысли. Что он хотел бы вам написать, что у него в голове. Вот что действительно в его голове. И он это будет вам писать виртуально. Это нереальное письмо, вы должны понимать. Это его мысли, которые сконцентрировались. Мы сейчас в них войдем, и он вам расскажет о себе. Видите, моя веточка? Помните, на прямом эфире я говорила, что 24 числа, если сорвать какую-то веточку с плодового дерева, уберу ее, чтобы она не мучилась, то и загадать желание, то это желание обязательно сбудется. Если веточка начнет давать листики к Рождеству, а к Старому Новому году она уже даст вообще прям листики. У некоторых даже цветочки появляются. У меня один раз такое было от вишни или от сакуры, не помню от чего. Помню, появились даже цветочки. Что хочу вам сказать. На втором канале выйдет видео завтра. Там будет вызов программирования, чтобы человек написал или позвонил, как-то проявился. Если человек по вашей жизни, как вы говорите, по судьбе, то человек обязательно проявится. Я сделаю эту программу, это будет на втором канале. А сегодня мы с вами получим письмо. И как обычно, вот он наш, я просто выбрала короля посохов, который знает, что ему надо. Расклад у нас на картах Таро или Норман. И сначала мы посмотрим нашего мужчину. Если он подходит по характеристикам вам, то, пожалуйста, карты вот Ленорман, замечательные карты. Санкт-Петербург выпускает карты необыкновенного качества, просто вот замечательные. Сейчас я хорошо перемешаю. И мы начнем смотреть. А теперь все успокоились. Ни о чем не думайте. Обязательно должна быть медитация. Если кто-то сейчас пьет чай, кофе, закусывает конфеточками или печенюшечками, или пирожочками, на секунду отложили все это. Я очень рада за вас. С открытыми глазами представили своего партнера. Можете представить, что вы сидите на берегу моря, держась друг друга за руки. И смотрите ему в глаза и говорите: раз ты не можешь мне что-то сказать вслух, напиши это и через карты расскажи. И теперь смотрим, какой мужчина. С открытыми глазами вы должны представлять мужчину, иначе гадание будет неправдивое. Только с открытыми глазами, чтобы сбылось желание и то, что вы хотите узнать. Какой мужчина на данный момент? Что у него эмоционально? Ой, могу сказать, что у мужчины сейчас. Вот первые карты выложил, сейчас мы будем его искать. Вот первые карты вышли из колоды, и почему-то мне сразу там сверху сказали: объясни.
Знаете, мужчина может быть в какой-то паре, может быть, он в семье просто, может быть, он у родителей, там, у братьев, у сестер. Но, знаете, ему очень хотелось бы оттуда как-то вылететь. Ему что-то, вот понимаете, что-то там не хватает, как будто он сидит там закрытый или все время в какой-то темноте. И у него есть надежда. Надежда на то, что в его жизни осуществится такое, что он будет в паре, или пара будет в гармонии, и вот ночь закончится. А теперь мы будем искать его. Эти карты я вот так отложу. Будем искать его. Будем искать его. Смотрю только. Я их перевернула, они тоже переворачиваются, но неважно. Мы смотрим его, находим его. Спрятался наш любимый, дорогой и хороший. Ах, вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Сейчас я откладываю то, что вверху. И последние карты. Ух ты, я же сказала, что кто-то у него... Кто, откуда он хочет вырваться каким-то образом. Давайте смотреть. Карты сейчас все переверну, чтобы они были правильные. Вы вышли вместе с ним, потому что мы смотрим на вас. Это он хочет вам что-то сказать. Но между вами расстояние, или охлажденность, или какие-то трудности у него. Сейчас скажу. Смотрите. Так, карты, может быть, не видны, большие карты. Это хорошо, что вышли вместе. Вышли вы вместе, но смотрите вы не друг на друга, а друг от друга отвернулись. Что-то между вами происходит или произошло. Потому что здесь мужчина, который себя импонирует, что он такой сильный, пресильный мишка, но как будто его, знаете, как медведя зимой разбудить, и он выходит, непонятно куда идти, рычит, не понимает, что ослабленный весь, и холодно, и не знает, что делать, и малины нету. И что здесь идет? Что мужчина хочет каких-то перемен, потому что около него, он сам по себе такой вот манипулятор, но около него какие-то две, да тут даже две, может быть, очень хитрые и злобные женщины, которые превращают его вот в это вот лежащее огромное животное. Он может быть и маленького роста, а может быть огромный, под 2 метра. Это не важно, это внутреннее. А он вышел-то вместе с вами, но здесь идет охлаждение и какие-то трудности, возможно, что расстояние. И вот он вас считает в голове, что именно вы его истинный друг, а ему кто-то поет песни совсем про другое. Как будто его настраивают против вас. Вот у него такое сейчас эмоциональное состояние. И он бы хотел разбежаться, он вас очень жаждет. Вот у него такое эмоциональное состояние. Но его закрывают. Он закрыт. Он может закрываться и сам, просто ставя перед собой какие-то барьеры и правила. Но здесь есть люди, третьи лица. Почему я говорю третьи лица? Они говорят там соперница, любовница. Потому что это может быть, как я объясняю вам, и мама, и тети, и сестры. Здесь больше идут женщины, которые его просто как вот уничтожают. У него могут быть правила, которые он сам себе установил или которые у него в голове. И вы сейчас вместе... Друг другу тянет все равно, если даже вы уже переболели, вас тянет все равно. И вы на него смотрите, как будто издалека, и он отвернулся, потому что у него сейчас нет вот этой вот внутренней какой-то силы огромной. Ну хорошо, раз у нас так получилось, что вы вместе, то мы вместе и поставим. Я свечу отставлю, поставлю ее подальше, и поставлю вас вместе. Поставим его. Он же хотел писать вам. Пусть он будет у нас тут. Вас убираю. Если вам описание мужчины подходит, то смотрим дальше. Карта Ленорман очень замечательные карты, как оракулы.
Они настолько точно показывают, даже удивительно. Ну, такова была мадам Ленорман. Хотя свои карты ей положили в гроб. Это надо знать. И давайте смотреть. Будем смотреть на нескольких колодах Таро. На Ленорман мы посмотрели. И у нас идет Таро онлайн. Предсказание. Не забывайте поставить лайк, написать комментарий. Если не очень хочется писать комментарий и изливать душу, поставьте просто какой-то смайлик. Вы же видите, я все ваши комментарии просматриваю. Единственное, не попадают те комментарии, которые сам отправляют в спам YouTube. У YouTube есть такой вот надсмотрщик автоматический. И давайте смотреть. Опять мы смотрим о мужчине. Его характеристику посмотрели. Что он хочет вам написать, сказать вот в этом письме? Как-то у него сердце болит. Точно. В первых строках своего письма я хочу сказать, что я чего-то пытаюсь, я чего-то какие-то ставлю цели, но у меня как-то вот без тебя, без твоего душевного тепла, без твоей силы мне как-то тяжело. Мне тебя не хватает. Ты или отдалилась от меня, или я отдалился. У кого-то расстояние, у кого-то ссора, а кто-то просто отдалился. И я хочу написать тебе, что я хочу переродиться, но сейчас я как будто лежу в огромном ящике, как в гробу. А почему он так ощущает себя? Давайте посмотрим. Почему он себя так ощущает? Почему ты так себя ощущаешь? Знаете, почему он так себя ощущает? Или вы действительно в ссоре, и он находится в какой-то ревности, и у него одна какая-то надежда на Бога, на высшие силы, на что-то высшее. И сейчас у него действительно ослаблена очень такая вот ослаблена душа, ослаблена энергетика по отношению к вам. Он, может быть, на работе там и проявляется как-то. Что он еще хочет вам написать и сказать? Что он хочет вам написать? Вот он говорит, что вы его царица, вы его императрица, ты меня переродила. Ну, тут действительно у вас у кого-то ссора, у кого-то охлаждение. Что он хочет написать? Мужчина хочет вам сказать, ты понимаешь, вот, знаете, тут какая-то есть осознанность его. Я, наверное, и сам виноват, что я все как-то выскреб из нашей любви. Но я тебя люблю, у меня еще остались чувства. Но я не могу, я за тобой прослеживаю, я узнаю о твоей жизни. А почему он узнает о вашей жизни? Почему он там как-то раскаивается где-то? Потому что он уже второй раз говорит, потому что у него любовь не угасла. У меня не угасла любовь к тебе, он вам пишет. Что он еще вам пишет? Но мужчина очень с тяжелым характером, с которым очень сложно ужиться. Потому что нужно принимать условия маленького пажа, его условия любви. Вот он какой-то вот ведет себя как подросток лет 14. Что еще я хочу тебе сказать и написать? Я хочу с тобой встречи. Что он хочет? Он хочет вам написать, он хочет о себе сообщить. И вот он пишет вам, я тебе пишу это письмо. И я хочу или сначала все начать, или чтобы ты увидела, что это письмо, чтобы долетело к тебе, мои мысли долетели к тебе, что я стал, он говорит, что стал лучше. Но мне сейчас очень тяжело, у меня морально как-то все внутри погасло. У меня потери какие-то произошли. И мне без тебя очень тяжело, без твоей поддержки. Я хочу написать тебе и прийти к тебе с этой рюмкой, с этим рюмочкой терпкого любовного напитка.
Что он еще хочет вам сказать? Он хочет с вами встречи. И у мужчины, знаете, он хотя такой корявый, он не скажет, что я виновен в чем-то. Но внутри он это понимает. Что еще он хочет написать? Что он ваш император, вот тебе и все. Да, тут проскакивает, может быть, другая женщина, и он является действительно, он считает, что он жертва каких-то обстоятельств перед какой-то женщиной, что он хочет написать, что понимает, чтобы нам все быть вместе, чтобы все было замечательно, мне тоже надо принять какую-то жертву. Что он еще вам пишет? А почему жертву? Давайте посмотрим. Вышли вы и он, и как императрица. Император. Почему ему надо что-то в жертву? Возможно, у него есть дети. Или у него такое состояние, что он не может решить. Потому что он сам себе делает эти качели. Сегодня у него понедельник, завтра у него сразу пятница, после пятницы вторник. У него то одно, то другое. Его к вам тянет, его от вас отбрасывает. И еще у него в жертву, если действительно есть дети, то ему сложно решить этот вопрос и отбросить все ради вас. Такое тоже может быть. А может быть именно второе, что человек именно еще не повзрослевший, хоть ему 90 лет, но он ведет себя как мальчик и все время качается на этих весах. То вверх, то вниз, то притянет, то оттянет. Что он еще хочет вам написать? Он обижен, что-то он так вот. Хотя, понимаете, знаете, он хочет переложить вот эту свою обиду, что виноваты вы. А на самом деле-то он понимает, что очень много перегнул палку и сожрал какими-то своими правилами, какими-то своими издевками, каким-то своим поведением вот эти вот отношения, вот эту вашу любовь. А вы стали императрицей, не подступиться. Так, что он еще вам пишет? Что он еще вам пишет? Я хочу написать тебе, моя... О, ну, конечно. Ты моя земная-неземная. Ты моя богиня фортуны, воплощенная в живую женщину. Он хочет написать, что он... Я не понял, что ты мне давала вот это... колесо фортуны в руки, что ты направляла меня на достижение целей. Я сопротивлялся, я показывал свой нрав и отодвинул тебя. А ты воплощение всего. Я пишу тебе, ты так красива, ты так благородна, ты женщина, которая умеешь достигать то, чего желаешь. Ты помогала всегда мне и помогаешь. Что еще он пишет вам? Ну, могуйка наш. Что он пишет? А он пишет. Ты уж меня прости, если можешь. Или извини. Я всегда все желал сам. Сам такой сусам. Я действительно, наверное, убежал. Я испортил что-то, убежал от любви. Я испугался, что нужно будет принимать ответственность, что нужно будет перераспределять свои деньги, потому что здесь мужчина скуповатый, мало сказано. Я решил, да, что я сам все могу, и мне не надо вот эти чувства, потому что не надо обязательств. Я хочу, чтобы все было весело, спокойно, хорошо. Хотел я так. Что он еще вам пишет? А теперь он вам пишет вот что. А теперь, да, он человек действительно жесткий, человек, который по каким-то своим правилам холодно-расчетливый, хитрый. Ну, такой бы, какой бы он ни был, сам сусам, карта мага вышла. И вот он вам пишет. Я все равно хочу тебя, я хочу тебя увидеть, я хочу тебя обнять. Я тебя так люблю. Вот я убежал, я сопротивлялся этой любви, а она внутри меня есть и все. А почему он вот такой вот он у нас кривой, косой зайчик?
А почему он сейчас-то вот любит и хочет к вам, и хочет... Мысли, думал. Думал, думай. Вот понимаете, почему? Он много передумал. Ему раньше казалось, что, может, это не любовь, просто это флирт, просто это какие-то отношения, просто это привычка, у каждого свое, это общий расклад. А теперь он додумался. Додумался. Да, он держит такую стойкую позицию, но он додумался, что это все-таки любовь, потому что он о вас думает. Вот он это пишет. У меня есть чувство к тебе. Я хочу разбить где-то какие-то преграды. Да, я, наверное, могу сказать тебе, что струсил или трушу. Что он еще хочет вам написать? Он вас боится, потому что вы его сильней. Что он хочет вам? Вот опять вышла карта смерти. У кого брак? У кого брак был? Брак – это тот, который скреплен печатью. Все остальное – это сожительство, когда женщина позволяет мужчине и дает мужчине все то, что должно быть в браке. А мужчина считает себя свободным. Что он еще вам пишет? Он пишет вам: ты знаешь, я как-то разбит духовно. Я, возможно, разбил вот эти наши отношения, наш брак. Я вообще потерялся. Я без тебя потерялся, потому что я все время думаю о тебе и очень хочу к тебе прилететь, приехать на этом белом коне. У него есть... Он хочет возвращения какого-то. Что еще он вам пишет? Так, тут еще видно карта. Ну, вот он замыкается, да. Но я как-то сам в себе. Я как будто... Я ничего не вижу. Вот я... Когда я выпью, когда я во сне, перед сном, я о тебе думаю, я тебе пишу. Но я как-то замкнулся, я как сам себе одиночка. Не знаю, куда идти. У меня все темно внутри. Такое ощущение, что у человека есть какое-то воздействие. Помните, я говорила, там есть третьи лица. Хотя это он может и сам просто своими обстоятельствами и правилами загнать себя в тупик. Вот сейчас он пишет: я действительно в тупике, я действительно в темноте, а ты озарялась как радуга, вот видите, вверху. Что он еще вам пишет? Что еще ты пишешь? Я очень хочу тебя увидеть, я очень хочу. Но здесь человек хочет этого, я хочу этого. И я знаю, что когда-то это обязательно произойдет, и я прислонюсь опять к тебе. И наши сердца застучат в унисон. Тук-т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 ук. Что он еще пишет вам? Ну, понимаете, он хотел бы, чтобы... Вот он пишет вам: ты для меня... Тут две королевы. Ты для меня вот как королева в разных обличьях. То ты бываешь как королева кубков, и я хочу тебя такую, как ты, как королева кубков. Мягкую, пушистую. Но ты же тоже жесткая, и ты тоже показываешь свой меч. А в то же время ты самодостаточная, ты умеешь постоять за себя. Что он еще пишет вам? И вот вам, пожалуйста. Там выходил тут император, императрица, и здесь... Я понимаю, я тебя действительно люблю, у меня к тебе чувства. Но внутри у меня как будто все разрезали и отрезали. И вот вы вышли во всех четырех, как четыре королевы. То есть вы в одном. То есть он воспринимает по-разному. Вы то бываете королевой кубков, то королевой посохов, так и на самом деле в жизни. То королева мечей, когда вам нужно доказать именно свои какие-то права, свою правоту. И он вам пишет: ты знаешь, я действительно тебя люблю. Я теперь понял, что ты моя королева кубков. Но у меня там все внутри, как будто вот меня выковырнули. Я не знаю, что со мной происходит, но без тебя у меня такая тоска. Почему у него такая тоска? А, император без трона. Почему у него, вот видите, я же сказала, потом карта вышла. Почему у него такая тоска? Да, у кого-то действительно, что вы или на расстоянии, или идет охлаждение в отношениях,
Или действительно человек вас как бы, или вы, или он отодвинули друг друга от себя. Что он, почему у него такая пустота? У него пустота, потому что он весь перевязан, он весь завязан, он как в тюрьме. Он не видит ни глазами, у него перевязаны руки и ноги, и все вокруг в мечах, то есть это как в тюрьме, как в клетке. Вот поэтому он такой опустошенный. И вот он это вам пишет: я поэтому такой опустошенный, я как перевязанный, я в какой-то темноте. Я не понимаю, мне морально очень тяжело. А что он еще вам хочет написать? Давайте вот так посмотрим, что он вам еще хочет написать. Вот, видите, и карта, в общем-то, такая же, что его одолевают страхи. Там восьмерка мечей, а здесь девятка мечей, что его одолевают страхи. Меня одолевают страхи, я в депрессии. Я пишу тебе, пишу это письмо, потому что ты для меня – это рок изобилия. Ты для меня – воплощение мудрости, красоты и привлечение богатства, денежных средств. Ты даешь такую мне энергию. Сейчас я опустошенный. Что он пишет? Я очень хочу изменений, я очень хочу к тебе приехать, но пока что-то не пускает, как будто вот на море шторм. Что он еще вам пишет? Ну, человек, понимаете, он пишет: да, пройдет время, все изменится, и мы с тобой как-то изменимся, и я изменюсь, поверь мне. Я привык ходить и добиваться всего легко, а без тебя теперь мне очень сложно. Вот понимаете, человек желает получить все легко всегда в жизни, чтобы было легко. Раз, два, как дурачок. По его могуйским, я могуйка, замогуйка. Но он еще также пишет в вашем этом письме, что я медленно, но верно, но я все что-нибудь придумаю, я что-нибудь сделаю. А давайте посмотрим. Письмо-то он вам пишет. Чувства есть. Давайте посмотрим. А чувства какие? Чувства-то есть у него. Любовь мы увидели. А сейчас вот что еще хорошо он пишет вам. Давай спросим его. Какие у тебя чувства-то ко мне? Пиши в письме-то. Ой, воспоминания о прошлом. И опять то же самое. Депрессия, безвыходность и иллюзорность. И он пишет вам, что я вспоминаю о прошлом и понимаю, что это прошлое вернуть нельзя, а нужно что-то менять в настоящем. Я хочу поменять в настоящем, но пока не знаю как. Очень много препятствий. Я не могу отрубить то, что меня гложет. Я не могу отрубить кого-то, кто мне препятствует. Там есть тоже обязательства и правила. А давайте посмотрим письмо. Письмо это он пишет. А будет ли он действовать? Вот сейчас я вот этими картами. Вот он в письме пишет, что любовь у него, что он что-то пересматривает, что надо на все время. А вы тоже понимаете, у вас тоже время краткосрочно. Женское время вообще краткосрочно. Будет ли он действовать? Тут как-то медленно, верно, он раскаивается, не раскаивается, как вот на качелях, туда-сюда. Будет ли он действовать? Угу. Нет, как я еще раз сказала, что он надеется на Бога, надеется на что-то, и вдруг его кривая выведет, и выведет она его, как эту маленькую собачонку, именно к вашему дому, где стоит его конуренка. Но когда-нибудь, вот видите, думай. И он считает, что сами боги распорядятся, когда надо. А пока он не может, пусть время пройдет. Письмо очень странное вот вышло, понимаете? Оно странное тем, что человек то одно говорит, то у него одно в мыслях, то у него другое в мыслях, то он понимает, что он вас без вас не может, и вы ему все, то он замкнутый в каком-то, как склепе, как в тюрьме, в этой темноте, луна, карта. У кого-то, может быть, из воздействия есть. У кого есть воздействие, заказывайте чистки. Мои контакты в описании и в закрепленном комментарии.
И также, если вы хотите предсказания. И перед вашими глазами вот мой номер. Плюс 995-593-36-95-44. Пишите Viber, WhatsApp, Telegram. Писать буквами, пожалуйста. Вот такое, то есть действие тут такое, знаете, он возлагает или на богов, или на то, что вы взорветесь, будете действовать. А по вашим картам я больше вижу, что вы уже устали тоже от этих качелей, от этого сопротивления. Вы устали от того, что он показывает внешне, что он император, царь и бог, а поступки его говорят как о шуте. Хотя шут вообще-то это очень мудрые были шуты при королях. Но здесь он показывает себя как-то вот не так. И вот он где-то понимает, что он напортачил, он где-то, может быть, перегнул. А теперь считает, что вы должны каким-то образом ему помогать и опять заново начать каким-то таким образом, да. Да, он думает, что, понимаете, он манипулятор. Он хочет какой-то хитростью, и чтобы сделать это чужими руками, то есть вашими, например. Вот такой был интересный расклад. Это письмо, и письмо, знаете, письмо тяжелое. Человеку очень тяжело писать. Вот я вытаскивала его мысли. Человеку писать это письмо было тяжело. Вслух он это не скажет. Вслух он никогда не признается, что он напортачил. Вслух он, может быть, не признается в той действительно любви, которая там, внутри, в сердце. И вот это вот опустошение его внутреннее, какое-то вот темнота. У него как будто, вы знаете, вот тело, а внутри одна темнота. Ничего, пустота. Вот как по пустому бокалу. По пустому бокалу побить. Вот такое же. Вы просто сами подумайте, что вам делать. Действовать тот человек особо не будет. Он будет манипулировать и таким образом как-то достигать какой-то цели. Возможно, через вас. Он знает, что... Он верит. Он даже не то, что знает. Он верит, что вы его ждете. И будете ждать вечно и бесконечно. И будете по его правилам делать что-то. Напишите в комментариях, вот что действительно мужчина хотел бы от вас, вот когда вы встречались сейчас, например, когда у вас какие-то отношения там натянутые или холодность. Напишите в комментариях. И что бы вы хотели от него, тоже напишите. Потому что иногда нужно высказать это, то, что внутри сидит, это как пассажир в вагоне, ваш сосед. Вы все ему рассказали свою жизнь, потом вышли на станции, знаете, что... Рассказали, и человек никуда не передаст, потому что вы больше с ним не встретитесь. Вот иногда нужно вот высказать то, что болит. И тогда все приходит на тот путь, на который надо. Радуйтесь, улыбайтесь, удивляйтесь. Смотрите на свечи, зажигайте дома свечи, загадывайте желания. Они сбываются, если их правильно высказать и правильно эмоционально представить. Также еще раз сказала, на втором канале завтра выйдет видео. Оно будет как вызов, программируется. Будет такой расклад на программу, напишет, позвонит. И также видео смотрите, которое мне я выставила. Абсолютный обряд на удачу и счастье в придачу. Его можно слушать каждую неделю. И будет программироваться на ваше увеличение и доходов, и счастья. Всех вам благ, радости и любви. Пока-пока. С вами была ваша Вивьена. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, пожалуйста. И делайте пересыл своим друзьям и в своих лентах, в Фейсбуке, Одноклассниках, Контактах. Пока-пока.